Купить качественные мясные продукты в магазинах довольно сложная задача, но можно легко приготовить их дома. Расскажу вам, как приготовить свиной окорок, запеченный в духовке в фольге. Приготовить запеченный окорок в фольге в духовке не сложнее, чем обычное блюдо. Смотрите пошаговую инструкцию к рецепту, дополняйте специями и пряностями по своему вкусу. Свиной окорок 1 кг. Уцехо сунели 0,5 чайных ложки. Смесь перцев 0,5 чайных ложки. Паприка 0,5 чайных ложки. Каенский перец 0,5 чайных ложки. Горчица 1 чайная ложка. Чеснок 4-5 зубчиков. Соль 1 чайная ложка. Количество порций 6-8. Подготовьте ингредиенты. Сделайте надрезы на куске окорока, нашпигуйте их чесноком. Обсыпьте окорок со всех сторон всеми видами специй и перца. Смажьте окорок горчицей, посолите. Возьмите фольгу, сверху на фольгу положите пергамент для выпечки, уложите на него мясо. Заверните мясо сначала в пергамент. Заверните окорок в фольгу, плотно защипните стыки. Положите в холодильник на несколько часов, чтобы мясо промариновалось, после чего запекайте при температуре 160-180 градусов 1,5 часа. Через 1,5 часа запекания, достаньте окорок, откройте фольгу и пергамент, полейте образовавшимся бульоном и запекайте еще 30 минут при той же температуре. После чего выключите духовку, сразу не доставайте, дайте мясу остыть до комнатной температуры в духовке. Подавайте окорок полностью охлажденным, сервируйте зеленью и свежими овощами. Отличным дополнением будет горчица, хрен или кетчуп.